Беларусь – уникальная краина, что не у апошнюю чаргу обумовлена уникальностью ее культуры. Сотни годов непростой истории забеспечили беларусов богатой культурной спадщиной, одним из наиважнейших складников якой выступает мова. Литературная и мясцовая, письмовая и устная, официйная и неофицийная ее формы – все это наш нематериальный набыток. Але под муркам, беспречно, з'являются локальные разновидности белорусской мовы, ти прости кажучи, гаворки. И заходил туды конь, у гэтае вароты ўходзе, прастая на сквозь выходзе. І на невялікая, а коршын большэй. Коршын или сава называем мы вот так. Тоже я у 15 лет пошла за доярку. И доила коровы. Я ж смеюся, бо у мене ж такого нема, ж тут ні ресторану. Чим я? Що кажу, є, то є. Дитки, я хочу корову. Ще ходить з кутеном, не у корову, будуть пасти ходити. Намутила мутюха. Мутюха? Якщо хто-небудь, що намутить, якщо так обмане, то кажуть, ой, яка вона мутюха.